На одну безымянную улицу в городе стало меньше. 12 июня на заседании самоуправления депутаты проголосовали за присвоение улицы, расположенной вдоль Даугавпилсской региональной больницы, название Веселибес Йела. Окончательному решению предшествовало публичное обсуждение, в ходе которого у каждого жителя города была возможность предложить свой вариант названия безымянной улицы. В результате управление коммунального хозяйства получило более 10 вариантов. Вот некоторые из них. Улица Межа Парка, Надежды, Дружбы, Врачебная, Праздничная, имени Хадукина и даже Релаксации. После рассмотрения данного вопроса комиссия городского планирования и строительства предложила остановиться на варианте улицы Здоровья. Данное предложение народными избранниками было поддержано единогласно.